Приветствую подписчиков, зрителей канала, любителей спортивной одежды и обуви. Сегодня рассмотрим беговую модель Adidas ClimaVarm 120. Технология ClimaVarm – это материал, согревающий и отводящий влагу, предназначен для использования в прохладную погоду. Верх модели выполнен в комбинированном сочетании полиэстера и нейлона, тем самым создавая прочность и износостойкость ткани. На носке есть защитная вставка от грязи и брызг. По бокам модели рефлективные полоски Adidas, обрамленные в резиновую вставку для прочности конструкции и для шнуровки в классическом стиле. Язык с петлей для шнурков. Также на языке рефлективная вставка с логотипом Adidas. Задник модели с петлей для подтягивания, для удобства. Внутренняя подкладка на флисе, что придает тепло в прохладную погоду. Гибкая промежуточная подошва Bones для оптимальной амортизации. Подошва из резины с глубокими протекторами и стабилизирующей вставкой Torsion System гарантирует надежное сцепление даже в зимнее время. Носить рекомендую осень-зима. Цена 9000. Утепленные кроссовки для бега в холодную погоду подарят комфорт и согреют во время тренировок. Ставьте лайки. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.